позвоню Анжелике, если она готова, я сразу поеду ее тогда заберу. С добрым утром. Итак, мы сейчас в церкви, я забрала Анжелику с дня рождения. Мне взяла хорошие 10 минут, чтобы кого-то разбудить. Там все спали, как мертвые. И, в общем, Анжелика хотела пойти сегодня на 11 часов службу, потому что у нее подруга там из другого города, они встречаются. И поэтому мы пришли раньше, но так как мы не привыкли раньше идти, таким образом, мы, в общем, не успели все приготовиться, и Дэнни остался дома, потому что он даже души не успел принять. Так что мы в церкви, в нашем главном здании. Угу. В нашем главном здании мы пошли в церковь, а уже позже я заберу Джульетту, когда она закончит со своим добровольством. Она сказала, что после добровольства у них еще будет... ланч в церкви и какое-то там заседание. В общем, мы идем в церковь. Итак, церковь закончилась. Габриэль себе делает кофе. У нас тут кофейная станция. Скарлетт, show to me. А Скарлетт сегодня приз получила в церкви. Вот. Your milk? There's no milk. I'll get milk at home. Okay, it's coffee. Вот. Тринка сразу давай плакать, что ей приза не дали, но я думаю, это достаточно большой приз, достаточно для их обоих. Я с тремя младшими еду домой, у нас тут капризная девушка. Подожди. Хочет молоко, так что едем домой. Анжелика поехала с своей подружкой в кафе. Джульетта до сих пор еще работает в церкви, так что я вернусь за ней позже, после того, как она там поланчует и на своем собрании. Мы едем домой, так как у меня еще куча глажки, стирки. Мама мне написала смс-ку, что она приготовила капустняк, еще пельмени. Пирог с мясом. В общем, по-моему, она меня соблазняет. Так что, может, к вечеру я с младшими поеду туда. Итак, мы приехали домой. Дэнни только что мне позвонил. И он сказал, что он сейчас в пиццерии. И, в общем, мы хотели сообразить, какую пиццу мы все хотим есть. И когда у вас вот две шмоньки, Габриэль со своим вкусом, мы со своим вкусом. Это очень интересно заказывать пиццу. В общем, мы решили, что закажем пиццу с такой колбаской. На одну сторону, там где буду есть я и Дэнни, будем ложить грибы и оливки. Габриэль их не любит. Мы решили, что... если девчонки не захотят колбаску, они могут ее снять. Ну, в общем, чтобы заказать одну пиццу на нашу семью, даже не всю семью, а всего на троих детей, это уже проблематично. Вот. В общем, мы дома. Итак, я в церкви. Приехала за Джульеттой. Ее заседание, по идее, должно уже закончиться. И она должна выйти в любую минуту. Так что пока что жду. Ну вот она. Идет. Итак, мы с маленькими девчонками убежали из дома. Знаете, почему мы убежали из дома? Ну, во-первых, мы и так планировали уже выходить. А к моей маме. Испробовать ее капустничок и проведать бабушку. Но Дэнни решил приготовить кусок говядины. Он хотел ее обжарить со всех сторон вначале, до того, как он будет ее готовить, варить. Это самое. В общем, он разгорел кастрюлю, и Анжелика что-то с ним там позвала его, они начали разговаривать.
И у нас такой дым пошел! О май гаш! Короче, мы удрали, потому что у нас дышать нечего. Там, короче, Дэнни это самое проветривает хату сейчас. А, и еще хотела сказать. Анжелика вернулась с ее подружкой. Я когда вернулась домой с Джульеттой, я не знала, что Анжелика была уже дома. Я что-то думала, что она до сих пор гуляет с подружкой. И я ей прислала смс-ку, как там, как дела. Она говорит, все хорошо. Я говорю, где вы сейчас? Она на ярмарке. Потому что она сейчас в Талсе проходит штатная ярмарка. А на такие мероприятия, во-первых, мы еще детей туда не водили. На ярмарку. Дэнни не нравится контингент там людей. Ну, я думаю, ничего там страшного, но все равно. А тем более, молодые две девочки сами на ярмарке. Это не совсем то, что мы считаем безопасным. Это самое. А тебе не кажется, что ты должна была спросить разрешение? Она говорит, нет. Я говорю, по-моему, что-то ты вообще уже оборзела. Говорит, я говорю, и когда же ты собираешься быть дома? Она говорит, не знаю. Я уже была готова Дэнни начинать жаловаться, что такое, что это такое. И тут она выходит с другой комнаты, короче, смеется надо мной. В общем, обдурила мать, обдурила. Знала, что сказать, чтобы меня это самое, понервировать немного, засранка малая. В общем, мы едем к бабушке. Итак, наш ужин начинается с капустняка. Вот такой мне сейчас мама сейчас чесночок еще свежий режет. Сейчас мне бросит туда для экстра аромата. Красота. Чик-чик-чик. Глистов убиваем. Холестерин выводим, Анна. Холестерин выводим. И иммунитет повышаем, да? Да. Ура! Так что приятного аппетита. А к супчику у нас мясной пирог с куриным фаршем. Сейчас будем испробовать. А на десерт у нас вот такие оладушки. Посмотрите на размер этих оладушек. Какие они пышнючие, а? В общем, бабушка нашла секрет для пышных оладушков. Бабушка, что за секрет у оладушков? Надо кефир подогревать. Кефир надо подогревать. Жарить надо на толстой сковородке. И на толстой чугунной сковородке. Крышкой. И накрывать крышкой. Поняли? Да. Вот. И получаются вот такие пышнячки. И не слаживать горячими. Одно на одно. А, окей. А как? В один слой, да? В один слой, пока остынет, а потом уже остывает, а потом слаживает. Ну, а в добавочку, это я для специально для Лены Пановой снимаю. Макаю в сгущенку. Это самое. Я за тебя, Лена, ем. Так что ешь салат за меня. В общем, у нас опять приставания к Мурке начались. Не типа. А что там? Older, older. No. Don't put that in your mouth. Она сама насыпала кое-что. В общем, она тут готовила, готовила, а теперь, по-моему, она хочет старыми семечками покормить давай Мурку. Итак, уже 6:20 вечера, мы едем домой. А Дэнни мне позвонил, он там это мясо наконец-то все-таки делает, все хорошо выглядит, говорит, ну нету морковки, говорит, ты не могла бы заехать в магазин за морковкой? Я говорю, мам, давай я в магазин заеду. А мама уже была готова, чтобы мы уходили, и она спокойно отдохнула, она проснулась в 4 утра сегодня и отдала свою морковку. Только типа, идите уже. Уже она это самое хочет отдохнуть перед компьютером. В общем, так что мы с тормозком едем домой. Захожу домой, а у меня запах вкусный стоит. Папа мяско приготовил. Вот оно. Бух! Запотела камера. Так что.
вкусно пахнет, но я не голодная. Я уже обобъелась у мамы, так что это будет не на завтра. У нас такой клевый вечер. Тринка заметает трамплин. Careful! Прекрасная погода такая, девчонки гуляют. Ага. Я варила бульон. Вот принесла остатки, косточки всякие нашим собакам. Пес уже съел, а наша собачка еще кушает. Она у нас медленно кушает. Wow! Try again. No, let's get the broom out of there. Goodness, you're making her upset. Oh, try again. I didn't get it on camera. Come on, do it again. Scarlett, yeah. Oh, wow! Awesome! You did it. Now let's see sister do it. You sit right there. I have two tricks. Okay. Whoa! No, no, hold on, hold on. You did it two times. Now let her do it. She's gonna. You're gonna do it. Trini, wait. Whoa! I can do it by jumping. Wow, cool. I guess you'll get it. Итак, буду заканчивать на этом свой влог. Спасибо большое за просмотр, за ваш визит на мою на мой канал. И вечер у меня прошел после достаточно приятно. Я провела время со старшими девчонками у них в комнате, у одной из них в комнате, и мы болтали, и смеялись, и разговаривали о том, что происходит в их жизнях. В общем, хорошо мы провели время. И сейчас у меня уже все спят. Даже Дэнни заснул. И я буду с вами прощаться. Спокойной ночи. До новых встреч. И бай-бай.